Всем привет! Сегодня снова с вами Басон, и мы проходим игру Darksiders. Нужно все-таки уже добивать. Так, это у нас что? Ага, ясно. Так, где моя Они? Так, как раз к этому зайдем, Вульгриму. Итак. Нехило. Старая работа имеется. Нифига себе он стоит. Моя мудрость равна твоей силе. Так, еще есть что-нибудь новое? О, то есть меч мы прокачали полностью. Так, ну-ка, сколько у нас сосудов можно еще купить, чтобы здоровье затариться. Твоя мудрость равна твоей силе. Так, сюда. Сгоняем за первым осколком. Благо здоровье полное. Так. Да, нам. Так, нам надо куда-то туда. Осколок где-то слева. Так, где-то здесь должно быть. Так. Здесь есть. Где мой гарпунчик? Так. Дорогу мы открыли. Пройдем дальше, посмотрим, куда там дальше нам идти.
А, там надо было этот, не заметил. Так, еще один осколок найден. Так, осталось еще 5 осколков. Так, здесь придется пешка драпить. Километраж нарезать. Привет. Так, следующий. Получается, я здесь, что ли? Что я здесь нахожусь? Ну, сгоняем сюда. Какая нафиг разница, в какой последовательности? Блин, ярость бы набить. Так. О. Итак, тебя ждет последняя битва. На, я думал, ты умер. Ух ты, сколько же вас тут. Сейчас сразу и набью. Че, все что ли? А?
Как что-то попасть наверх? Ясно. Да, приловчиться надо. Кто там? Ворона, что ли, каркают? Ну, идите сюда. Что-то я не пойму, где этот сундук. Ну и ладно, где этот наш Вульгрим? Так, теперь нам нужно сюда. Пойдем по порядку. Так. Итак, тебя ждет последняя битва.
Сейчас тут все пособираешь. Еще один кусок. Да, ребята, уже сдохните. Вы мне не ровня, блин. Так. Сюда псина. Так, стоп. Плаваем сюда, посмотрим. Мне туда не надо. Так. Что, сам умер, что ли?
Ненавижу этих хуйных говнюков. Так. Ё-моё. Без тегра не разберешься. А я-то думаю, что за звуки такие? Конечно, много здоровья потерял на этой. Так, мне нужно туда. Так, еще 3 осколка осталось. Ничего страшного, и ворона сойдет. Мы не побрезгуем. Так. Привет. Я еще. Так, следующий осколок. Давай сюда заедем. Больше беготни. Разбитая лестница.
Так, где он должен быть по карте? Так, и где же этот осколок? Может, в другую сторону пойти в проходе. Чё-то странно как-то. Наверное, на мост надо забираться. Thank you.
Давайтесь. Хрен знает куда. Засунули. Здоровья практически не осталось. Большей частью как раз таки сожрали именно ангелы его. Приветствую. Так, еще два осталось. Давай сюда. Блин, как же по этим нормам задал будет бегать? Но все же лучше, чем самому по карте кататься. Да, дороги, конечно, не все ведут куда надо. Так, удуш. Итак, тебя ждет последняя битва. А если это здесь не было раньше? Ooh.
Я вон летучку, может быть, завалю. Да, здоровье, конечно, я потерял больше. Ну, согласен себе, да? Лучше, конечно, не бить пилой, иначе его вырывать сразу. Я отделю твою плоть от костей. Как же наезжу этих толстячков? Блин, когда вертухан закончился, не в тему попал под раздачу. Еще один. Так. Как нам туда залезть? Ты задолбал уже. Сдохни ты. Ох ты, все-таки достал. Задолбал, ты уже сдохнул. Твоя душа моя. Это твоя душа моя. Надеюсь, здесь этих толстых нету.
даже подобрать нечего. Так, где мой пушка? Так, как вот поменять-то, что-то я забыл. А, все вспомнил. Кусочек еще один. Еще один найти бы вообще было классно. Так, и чё, куда? Интересно. Как же это должен добраться? Наверное, не здесь это подъем. Mm.
Единственный подъем туда это через подвал. Может, я что-то там не заметил. А, во как можно, оказывается, еще делать. Ух ты же, бабушка. Только молился, чтобы вас здесь не было. Что, так и будем Что это такое? Это твоя душа, любит моя. Так, здесь какой-то был сундук, где-то я видел. Чё у нас в сундуке тут? Неистовство. Так, а здесь ничего интересного нету. Твою мать! Даже не жалко на вас потратить.
Так, остался один осколок. Ой, кажется, лошадку можно призвать. Что ли? Неизвестная местность. Отсюда, наверное, будет ближе. Приходится здесь шляться же. Так, последний осколок. Так, надо посмотреть по карте вообще. Так. Получается, он на севере. Да, через песчанку, наверное, был ближе. Ну ладно. Так, сдохни. Так. Неизведанная область, блин.
О! Вот почему пешком пришлось идти. Это не ловушка, всадник. Я пришла одна. Я Урил из воинов небес, защитница Града Света, вызываю тебя, всадника, на Некс Сакраментум. Глупо. Перед лицом Создателя я вызываю тебя на бой. Неужели ты и сейчас обесчестишь себя? Зачем? Затем, что Авадон был лучшим из нас. Он говорил, что у тебя есть честь. Эта клятва обяжет нас сражаться, пока один из бойцов не падет мертвым. Я согласен. Ты никуда не уйдешь. Ух, нифига себе у него замах. Ты меня недооцениваешь. Защищайте, удачи. Лучше к тебе не подходить. Ты меня недооцениваешь. Защищайся, предатель. Ты меня недооцениваешь. Ух, ё. Тут по кочерышке я получил. Так, надо подлечиться. Защищайся, предатель! Не, посрать. Ты меня недооцениваешь. Защищайся, предатель. Что-то я долго прям. Все, хватит играть. Ты меня недооцениваешь. Защищайся, предатель. Без мечи хреново. Ты меня недооцениваешь. Защищайся, предатель. Кто у нас еще предатель? Палата своими уже. Мечники, бля, хренов. Одни мечи только летают. Да Идрит, тут целое здоровье для него. Неужели, блин? Перс на меня втоптал, терею. Да! Да! Чего ты ждешь? Покончи с надоедливой девкой! Война! Не вздумайте без меня! На Некс Сакраментум сражался я. Я решаю, умрет ли ангел. А не ты. Ты поклялся вместе со мной. Авадон — это разрушитель.
лжец! Он не сказал тебе правды, чтобы защитить тебя. Ты поклялась последовать за ним даже в ад, не зная, что тебя ждет, не зная, кем он может стать. Авадон. Его предали, и он стал врагом всего живого. Я был у древа познания. Его даром стала правда, и ей я поделился с тобой сейчас. Помни о нашей клятве. Скоро ее нужно будет исполнить. Ускакала. Бля, жопу надрали. Так, где у нас получается осколок? Где-то там. Где-то там, блядь. Да, знаете, вот кто... и последний обломок проклятого клинка. Вернемся к Культейну и закончим дело. Мне интересно, где этот Вульгрим здесь прячется. По карте, где он может находиться? Вот там, что ли? Как туда попасть? Опа, а слона-то я и не приметил. Блин, свалился. А, вон он, тайновская эта хрень. Вот почему я сюда не мог телепортироваться. Итак, тебе ж... Так, что тут на билд хоть? С полностью на здоровье. Твоя мудрость равна твоей силе. Че еще? Так, мне нужно, значит, к этому вернуться. Куда же это? Кузнечный брод. Наверное, туда, к нему. Сейчас посмотрим, куда нас приведет. Нифига себе, тут даже заныкали. Блин. А, ну уже зашибись.
даже меньше мучиться. Сейчас бы здоровье восполнить. Так. Правильно иду, походу. Ну да. Кстати. Почти прокачался на максимум. Ворон, чтобы пробить пока. Еще воробушки есть. Еще один вон воробей. Ух ты, вы что здесь появляетесь? Они тут что, бесконечные, что ли? Все, что ли? Еще летают. Это что, бесконечное, что ли, здоровье можно убивать? Не, походу все. Закончились воробьи. Ну хоть здоровье пополнил. Что-то сколько больше, чем 7. Мое величайшее творение. Величайшее впереди. Архангел. Гавриил. Гаврюша. Пошли в атаку. Кто кому порвет сраку. Да он их там, он как куриц. Грыль. Сейчас зажарит и сожрет. У нас новая поприкушка. Вернуться к Азраилу, пепельные земли. Клинок Армагеддона, перекованный ультейном, единственное распространение.
А здесь... То есть ножи. Оболочка получается. Куда он свое оружие содевает, не знаю. В штаны широкие засовывает или куда. Так, Ультейн у нас в башне был. Ну, на этом, я думаю, мы остановимся. То, что, конечно, намечается битва с боссом. Всем спасибо, что смотрели прохождение моей игры. Ставим комментарии под видео, лайки. Подписываемся на канал, ждем окончательной битвы с боссом и завершения прохождения игры. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока.